В данном уроке мы разучим с вами первое вертебра. Исходное положение у нас пятая позиция в ногах. Правая нога впереди. Значит, стоим мы пальмами в лоце. Руки у нас в благоговейственном положении. Голова смотрит в центр класса. Раз, и два, и три, и четыре. Послушаем музыкальное наступление. На раз и два руки с подготовительного положения двигаются в первую позицию. Голова у нас опускается к левому плечу. Взгляд смотрит в кисти рук. На три и четыре руки поднимаются в третью позицию. Голова разворачивается слегка вправо. Взгляд устремлен в кисть правой руки. На раз и два руки раскрываются от пальцев указательных. Во вторую позицию голова разворачивается вправо, следит за движением правой руки. Дальше на 3 и 4 руки раскрываясь, опускаются под выдыхное положение. И раскрыли ладошками вниз руки. Пальцы следите, чтобы у нас не задирались вверх. Они у нас образуют единую линию. На 3 опускаем локоток. Кисти двигаются и следим за правой рукой, подбираем подготовительное положение, 4, и когда подобрали, переводим голову в центр и повторим все с левой ноги. Тоже так же исходное положение, пятая позиция у нас в ногах, левая нога впереди, руки у нас в подготовительном положении, стоим пальма кроссе, голова в центр класса. Стоим раз, и два, и три, и четыре. Руки из подготовительного положения двигаются в первую. Голова теперь наклоняется к правому плечу слегка. Взгляд у нас в кисти на правый рук. Дальше поднимаем в третью позицию. Взгляд устремляется у нас в кисть левой руки. Три и четыре. На раз и два руки раскрываются в сторону, во вторую позицию от указательных пальцев. И следим за левой рукой. 3, 4. Дальше. И ручки раскрыли. Опускаем локотки. 3. Следим за левой рукой. И 4. Голова. И при подъеме рук в третью позицию ваши плечи не должны задираться. Осадите их. Шея должна быть вытянутая. Насколько возможно. Дальше. Во время раскрытия рук во вторую позицию обязательно последите за тем, чтобы вы не просто руки раскрывали в стороны, а руки раскрывались у вас от указательных пальчиков. От указательных пальчиков. От них начинается раскрытие. Раскрываем. И только потом у нас ручки раскрываются во вторую позицию.